Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Манул Корнелло. Сейчас я покажу нечто, то, что уже до меня показывал. Акула или Калабухов, не помню. Ну, кто-то из них. Суть в чем? Суть в том, что вот такие лучевые телевизоры уже очень давно не используются, как вы знаете. И встретить их где-то достаточно сложно. Хотя это неисчерпаемый запас достаточно интересных деталей. Ну, а теперь открываем корпус и смотрим, что же там. Что мы видим? В принципе, все на месте, кроме одного. Мы видим, что здесь нет отклоняющей системы. И вот тут вот, опачки, смотрите. То есть, вот эту катушку, горшок, который, допустим, я использую в торсионниках, где-то кто-то использует в бестопливных генераторах, ну вот, значит, и на нашей израильской земле кто-то ищет свободную энергию. Вот. А вот это все они не забрали и совершенно напрасно. Вот, потому что здесь есть очень хорошие динамики, которые годно можно где-то использовать. Ну и вообще на вот этих платах, хотя она, конечно, сейчас грязная, пыльная, вот, есть очень неплохие деталюшки. Ну, а на сегодня у меня новостей больше нет. Всем ку.